Еще раз хочу вас повторить, что никаких договорных отношений юридических с ассоциацией, тем более негативных, которые была бы необходимость, при которых выселение, либо судебных разбирательств, у нас гражданской данной организации, с громадской организацией нет. У нас сегодня было принесено заявление данной гражданской организации. Мы его рассмотрим, и я думаю, что по данному вышеупомянутому адресу будет заключен договор аренды с громадской организацией, которая в дальнейшем получит на сессию льготы. До этого времени был заключен договор с ФЛП «Сытник». Это физическая особа предприемец. Согласно изменению законодательства в этом году мы не имели права им давать льготу. Поэтому как бы возник долг, и соответственно возникли как бы судебные разбирательства с данным ФЛП по вопросу погашения долга за аренду.